Дорожная карта бизнеса 2025. Долгосрочная государственная поддержка казахстанского бизнеса. Три ключевых направления, направленные на развитие регионального предпринимательства, отраслевую поддержку приоритетных секторов экономики, нефинансовые меры поддержки бизнеса. Эффективные инструменты государственной поддержки при кредитовании бизнеса, выдача государственных грантов. Нефинансовая поддержка субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой. Развитая инфраструктура во всех регионах страны, компетентность персонала позволяют предоставлять предпринимателям полный спектр информационно-консультационных услуг посредством одного окна. ДКБ 2025. Единство государства и бизнеса. Подробности на сайте Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Фонда развития предпринимательства «Даму».